консультацию в трех клиниках. Проблема была моя таковой, что 18 лет назад мне удалили зубы, и я хотела их восстановить, так скажем, то есть установить импланты. В трех клиниках мне совершенно не удовлетворило заключение, которое мне дали. Но потом, случайно, через знакомых, я узнала, что в клинике Альбис работает стоматолог Власов Михаил Юрьевич, который не просто занимается имплантацией, а еще практиковался много лет челюстно-лицевой хирургии. И, конечно, я очень охотно пошла к этому специалисту на консультацию. Придя в эту клинику, я очень приятно была удивлена, когда я просто вошла в нее, то есть это располагающая атмосфера, начиная прямо с ресепшена, и доброжелательные все специалисты. Я проконсультировалась у Михаила Юрьевича, он мне сказал, что не нужно никаких этих трех этапов, все это можно сделать за один этап, и не так это длительно, операция у меня длилась час, но прежде чем я установила импланты, мне сказали, что необходимо залечить все зубы, чтобы не было никакой инфекции. Я прошла курс лечения у Орловой Светланы Владимировны. Конечно, понимаю, что в это трудно поверить, но у нее в кресле я просто-напросто засыпала, потому что настолько располагающая атмосфера. Лечение зубов, все под анестезией, совершенно безболезненно, очень комфортно, в горизонтальном положении, при том, что лечение одного зуба было очень длительным по времени, и мне стало некомфортно лежать. Мне тут же предложили удобное для меня положение, предложили подушки. То есть, все просто настолько на высшем уровне и потрясающие совершенно ассистенты, то есть располагающая атмосфера. В общем, пролечила я все зубы очень успешно у Светланы Юрьевны, Светланы Владимировны, я очень довольна. Потом прошла операцию имплантации с двух сторон у Михаила Юрьевича. Тоже потрясающие ассистенты. Все, я выполняла все рекомендации, никаких осложнений у меня не было. Ну и потом все это благополучно прижилось, и я уже начала процесс непосредственно ортопедии, тоже у чудесного доктора, это Кутефа Романа Ивановича, тоже с прекрасными его ассистентками. В общем, что могу сказать, что я очень довольна стоматологией Альбис, я ее рекомендую всем своим знакомым, всем своим друзьям. Я приводила сюда свою дочку на удаление, на молочного зуба, она тоже была очень довольна, детей не обманешь. Поэтому всем советую, всем рекомендую высший уровень. Очень хорошие специалисты. И спасибо большое всем стоматологам Альбис и всем сотрудникам.